2 августа председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров и глава Каспийска Борис Гонцов проверили ход строительства школ на 1224 места в Каспийске в рамках национального проекта образования по улице Кизилюртовская. В ходе проверки было выявлено, что готовность объекта составляет порядка 70%. Ведутся работы по внутренней отделке помещения, наладке электроснабжения и сантехники. Отметим, что осуществляет строительство генеральный подрядчик в ГУП ГУС, Главное управление специального строительства по поручению ГКУ Республики Дагестан, дирекции единого госзаказчика-застройщика. Вот для защиты то, что мы ждали, тоже здесь леса стояли, и здесь, и там. Вот огнезащиту сделали, то есть как потолки все закончили, поэтому приступили, сейчас откосы завершат, ребята. Остается в принципе победа. Но здесь тоже двери в наличии, вот там где начали устанавливать, поэтому полы сделаны, сами даже продаем. Даже в начале месяца не было до сих пор. Конечно, не было. Поэтому за полтора месяца вот это пол и тот пол. Основная цель постройки учебного заведения – это ликвидация загруженности школ, которая по-прежнему является одной из приоритетных задач работы администрации. Заместитель главы Каспийска Арсен Шарифов поделился итогами очередной проверки. Школа дала ряд замечаний и предложений. В первую очередь замечания касались сроков строительства, необходимости увеличения темпов для своевременной сдачи объекта. Завершить все работы и ввести в эксплуатацию школы планируется уже в ноябре 2023 года.